регионе открыли для движения мост через реку Куя. Напомню, он соединяет столицу региона и поселок Красное. Сейчас по конструкции могут проезжать все виды транспорта. Об этом сообщили в Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. В этом году в связи с ледоходом и паводком демонтаж моста провели 13 мая, после чего больше месяца жители Красного находились отрезанными от большой земли. На противоположный берег они перебирались вплавь на лодках. Регулярное автомобильное сообщение восстановили накануне. Мост собирали около 2 суток. И добавлю, сейчас на дороге Наримар-Красная, которая была повреждена в результате разлива паводковых вод, начался ремонт. Специалисты Наримар-Дуримстроя укрепляют земляное полотно.